Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды «Астана» первым пересек финишную черту 15-го этапа «Тур де Франс». Холмистый участок от Мейо до Каркассона длиной в 180 километров он проехал за 4 часа и без малого 53 минуты. Второе время показал испанец Йони Сагири Инсаусти из Бахрейн-Мерида. Третьим пришел гонщик Трекса Гафреда, голландец Бауке Малема. В общем зачете лидерство сохраняет британец Геранд Томас из Sky. Следом идет его товарищ по команде и многократный победитель Тур де Франс Крис Фрум. Томасу он проигрывает чуть более полутора минут. Замыкает первую тройку голландец Том Дюмулен из Sunweb. В следующий раз гонщики выйдут на старт во вторник. Им предстоит преодолеть 218 километров от Каркассона до Бандера-де-Люшона.